Забайкальские инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам открыли шестую в крае ледовую переправу для большегрузной техники. Переправа через Ингаду в районе поселка Кадала имеет определенную специфику. Она предназначена для транспортировки песчано-гравийной смеси грузовыми автомобилями. Напомним, чтобы по льду без боязни мог пройти человек, толщина должна быть не менее 10 сантиметров, техника – 40. Как заверили специалисты, толщина льда в этом месте уже составляет 70 сантиметров. Тяжелая техника с песком и гравием может проходить совершенно безопасно. Всего в этом году на забайкальских реках должны открыться 62 переправы. На очереди Улётовский, Приоргунский районы края.